это поэт, художником. Для меня в первую очередь он как писатель, то есть интересен. Я, к сожалению, фильмов не смотрел, но знаю, что «Калина красная», но не смотрел особо. И в кино почему-то не видел, видимо, поколение уже другое, да? Как-то не смотрел его фильмы. Ну, если честно, мы ничего не знаем. Какого сограда надо было выкинуть? Решили узнать. Решили узнать побольше, сюда приехали. Знаю, что писатель, что режиссер, но не читали пока. Нет, они еще произведения не знают, но деревенскую жизнь видят. Я еще в театре смотрела «За третьих петухов» пьесу. Да, у меня память на книги не очень. Далекая зима. Нет, я не читала. Далекие зимние вечера. Там. Калина красная.